Здравствуйте, друзья. Добрый день. Зевс, меня зовут Сергей Друзьяк, а это... Меня зовут Сергей Друзьяк, и в данный момент я работаю... Стой. Я работаю в детском театре под руководством Ноны Валентиновны Гришаевой, играю Пятачка в Винни-Пухе и Бонифация в каникулах Бонифация. Мой Пятачок другой, он играет на гитаре. Иду вперед, тирлим-бом-бом, и снег идет, тирлим-бом-бом. Да и Винни-Пух другой, он играет на концертине. На горе гармонь играет, под горой петух поет. Баба-юбку потеряла, дед наш, не отдает. Все животные в нашем спектакле, да и Кристофер Робин, все играют на музыкальных инструментах. То есть это даже не спектакль, а это спектакль-концерт. Эдакая рок-банда плюшевых игрушек. Приходите, приводите детей, будем веселиться. В свободное время бегаю, стараюсь похудеть. Пока безуспешно. Племянник говорит, что мне надо побриться на лысо и похудеть, как Мэтью МакКонахи. Но не знаю. Все такое вкусное. Мама долгие годы мне советует поменять зубы. Говорит, что уже молочные не модно. В двух картинах даже поучаствовали эти вставные зубы. Не только шляпника я играю в «Алисе в стране чудес», но и кролика. Имел счастье, радость и удовольствие играть в спектакле «Арлекиниада» Александра Башлачева. Пожалуй, это единственная такая взрослая, серьезная роль. Друзья поговаривают, что было бы неплохо сыграть мне маньяка, но почему-то пока таких ролей мне не дают.